Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. А у нас дождик, и был ветер, орешки дерево сбросило, и я сразу собираю зеленые орехи, дорогие мои. Это такое уникальное средство, в каждой аптечке дома должно быть для полоскания горла, носа, для каких-то ранок, порезов. Это прекрасный препарат. А также я и вовнутрь принимаю по чайной ложке, например, с каким-нибудь моим любимым теплым чаем, сделанным из моих трав, либо с кофе для профилактики в течение месяца, либо в теплую водичку. Смотрите, это прекрасное дополнение йода. И у вас не будет проблем с щитовидкой, потому что это важнейшее вещество – йод. И вот именно неспелые плоды грецкого ореха, они кладезь. И по этой причине моя настойка, она очень мне помогает. Как я ее делаю? Я ее делаю очень просто. Беру баночку, нарезаю орешки. А орешки эти, они режутся как по маслу. Просто. Нож легко скользит, вот нарезается очень быстро по ореху, потому что кожица мягкая, не успела превратиться в скорлупу, ведь июнь месяц, ядра и перегородки мягкие, светлые. И нарезала, положила в баночку, сколько вам нужно. Если вам нужно 200 мл баночка, берете 200 мл, кладете, уплотняете плотно-плотно и заливаете водкой. Если надо пол-литра, пол-литра уплотняете и до краев заливаете водкой. Дальше вы смотрите, кладете в темное место на 2 недели, не меньше. Сначала жидкость станет зеленой. Через некоторое время темный, скажем так, вишнево-коричневый. Это юглон, особое вещество, природный антибиотик. Кроме того, что много йода в молодых молочных грецких орешках, в них еще есть юглон, именно в молодых молочных. Вот этот юглон, он и является уникальным. Он нам помогает. А также очень много железа, у кого железа дефицит, много железа, у кого проблемы и анемия, пожалуйста. У кого проблемы с носом, с горлом, пожалуйста, вы этой настойкой разводите ее в теплой водичке и полоскаете горло, носик. Еще эту настойку я использую как антисептик. Например, если порез, ушиб, воспаление, я всегда смазываю этой настойкой, либо у меня такая же настойка есть, сделана из чистотела. Это самые лучшие две вещи, которые помогают мне. И у кого дисфункция щитовидки, вы прежде всегда посоветуйтесь с доктором. Да? У кого суставная боль, там остеомиелит, радикулит, остеохондроз, очень хорошо снимает, тоже эту же настойку мы. Я, например, если вдруг нога потянула, и коленка потянула, или еще что-то, я беру повязку, компресс. Это отрезок марли, смачиваем, накладываем в виде компресса на проблемный участок и повязку снимаю спустя 20 минут. Эту процедуру можно 2 раза в день, утром и вечером делать. Не знаю, как кому, мне очень хорошо помогает. Вот. И средство очень действенно для того, чтобы противостоять недостатку йода. И у кого проблемы с центральной нервной системой, здесь очень много витамина В, группа. Целая группа витамина В. А мы знаем, что это благотворно влияет на центральную нервную систему. Избавляет от еще от одной причины, да, которая нам приносит проблемы в нашу жизнь. Вот. И омоложение, конечно же. Любые средства, любые на основе грецкого ореха, если вы уверены и покупаете, да, ну, а если вы не знаете, я, например, не уверена, что какое-то средство, где написано основа грецкого ореха, я, например, не уверена. Поэтому я делаю сама. Я вот беру, развожу несколько капель, 5-6 капель в своем кремике сока, именно сока. А сейчас сок, сейчас здесь так много сока. И делаю себе такие масочки, накладываю на лицо.
Но не забывайте, что эффект может немножечко слегка сделать сначала потемнение. На самом деле отбеливающий эффект через некоторое время это пройдет. Я же говорю не о том, чтобы вы сок выливали в большом количестве в ваш крем. Нет, вашу дозу, которую вы наносите на крем, там, допустим, сколько вы, пол чайной ложки, чайную ложку, я не знаю, вот вы накладываете на лицо и на шею. Так вот, 2-3 капли сока грецкого ореха капаю. А вовнутрь, кстати, тоже волосы, для волос тоже хорошо. Только, опять-таки, это не кто блондинка, а кто брюнетка. Вот вам, брюнеточкам, очень тоже этот сок поможет для укрепления волос. И со стрессом, с бессонницей тоже очень хорошо. Теперь на лицо. Не натирайте этим средством лицо. Ни в коем случае, я имею в виду этим соком. Посмотрите, сколько сока и вам захочется. Вот сейчас я натру, как огурчиком. Ни в коем случае вы окрасите свое лицо в темный коричневый цвет. Вот поэтому не стоит этого делать сразу. Когда мы работаем с грецким орехом, режем, то обязательно в перчаточках. И кто писал конспект, запишите, пожалуйста, юглон. Юглон – это самый главный компонент, который мы можем взять только из грецкого ореха. И этот юглон помогает нам восстанавливать наш организм и щитовидку, и противостоять всем болезням, связанным с щитовидкой и с другими репродуктивными органами. Да, это именно то самое средство. Вот то, что я сейчас делаю, чем я сейчас занимаюсь. И я решила поделиться с вами, потому что моя интернет-семья – это самое лучшее. Не забывайте, что молочный грецкий орех противопаразитарное, против глистов, против грибков, противовоспалительное, бактерицидное. Так что от всех видов глистов вот сок этого уникального продукта, этого уникального орешка, который Господь Бог нам как продукт питания подарил. Принимайте, берите. Вот я не прохожу мимо ни единого упавшего зеленого ореха. Специально не срываю, но собираю. И еще немножко дождя. Пусть Бог благословит вас обильно во всех сферах жизни. Пусть Бог благословит ваших детей, а я люблю вас. И благословенны все те люди, которым Господь Бог кладет на сердце помогать нам. Мы сейчас находимся именно в той ситуации, в которой невозможно жить так, как мы раньше жили. Кто смотрит меня давно, понимает, что мы в центре войны, нам очень тяжело. Но мы знаем, что Господь держит нас в своей крепкой теснице. И есть ангелочки-люди, которым Господь Бог на сердце кладет помогать нам. Внизу в описании есть наши реквизиты. Не оставляйте нас, пожалуйста. Пусть Бог благословит вас обильно, ваших детей, родных и близких. Не оскудеет рука дающего, и благословен Господь, благословляющий.